Вечерний покер. Гусь хрусталинцы. А уже можно смотреть? Хрусталяне. Как жизнь Лимонака, знаешь? А вот мне кажется, классно играть, если бы... Ну, весело, по крайней мере, если бы... Если мы разделимся всем. Если бы видно было у каждого пульс. Прикольно, да? Тело, да. Не в какой-то момент... Вот раздача, раз, у кого-то сразу бабахшик. Продюсером программы хорошее предложение. Мне кажется, очень... Поставить график на телек, да? Не, ну, во-первых, невозможно будет. Потому что я вот даже просто открываю... Кажется, спокойно абсолютно. Открываешь вот так, у тебя два туза. Ты хочешь, не хочешь, это начинается. Круто, просто само. А побомбовались, когда два туза, да? Конечно. А побом вообще не скажешь. Вам тоже. Так, 600. А я не волнуюсь, потому 600. Что 600. Я пытаюсь 600. Понять еще пока смысл. Но это было бы классно. Понятно, что некоторым было невозможно было бы играть, 200. Потому что сразу бы... Ой, тут серьезно все еще до флопа. Ох, ничего себе. Анжелика поставила 200, Андрей заканчивал. Сейчас у нас еще... Слово у Мартина, пас. Хороший пас от Мартина. Его рука часто доминирована. Как в мультипоте. Хорошо, я не буду. Отвернитесь, я переодеваю. Не-не-не, я посмотрю просто на прическу. Сверху. И как она сверху? А, прекрасно вообще. Я уже не могу вас бросить. Кол. Все-таки подглядел. Нет. Мой мальчик. А ты поверь, нам как бы мы не друг друга должны бояться. А, ну ваше слово. Хорошее слово, мне нравится. Можно сказать чек. Подскажите слово чек. А, чек. Точно. Спасибо. Не благодарите. Я спас эту раздачу. Это не меня спас, что ли? Я спас нас с тобой сейчас, да. Если ты начала ставить, мне кажется, было бы плохо. Чек. Чек. Кот Спартакс, король воен. Чек. Опа, почти точно руку кота Спартака называет Денис. Да, там еще одна карта будет. Не зашипайте в таком положении. Еще раз давай чек. Да еще посмотрим, что там. Интересно же, что там будет. Блин, мне очень интересно. Чек. 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 А что, чек это невыгодно? Выгодно, выгодно. Чек это не ошибка. Это очень выгодно. А, ну это всем выгодно, кроме меня, правильно? Нет. Андрей решает, что пора уже воровать. От карты, на самом деле. Ставка 2500. Блин, почему здесь не наливают ничего? А теперь мы с тобой берем вот так вот карты в руку и кидаем их в сторону. Как 2500? Ну, Андрей, неплохой полублев. Десятка даст рид, пика даст второй над свой флеш. Можно попробовать у него тоже спросить, что у тебя? Что у тебя? Нормально. Не, все. Не, не играю вообще. У меня нормально. У меня дочка вот отвесток, что. У меня в зависимости от вас. От вас у меня отлично. Отлично? Ну ладно, тогда. Пас. Забирайте. Пас. Анжелика. Пас. Денис Петров, матерый профессионал, смотри. Он король. Ну, почти угадал. Почти. С мастером. А можно следующая карта? Я не вижу. А можно посмотреть? На ГГ можно крутить, кстати. А что, у нас ничего не было, вы блефовали, да? А ты откуда узнал, что у него король валит? Репутация идет, шагает впереди тебя? Нет, я имею в виду, что ну, люди не обучаемы в среднем, поэтому никакая информация, как правило, не помогает большинству. Но серьезно не помогает. Поэтому пропущу, а так без ошибок. Андрей Котельников цитирует инвокера, другого легендарного игрока. Рейс 1200. По поводу необучаемости людей. Пас. И поэтому отсутствие опасений выдавать много информации широким массам. Я смотрю на Анжелику, мне прям хочется петь. Уносите, уносите. Мне достать. Огромный вам респект, кстати, Анжелика, за прекрасную музыку. Передам обязательно автора. Так, что у нас? 1200. Присоединяюсь к Денису Петрову. Это так забалтываешь, да? Нет, правда. Серьезно. Ну, классный песня. А ты сейчас поешь? Иногда. Да. В душе? Ну, периодически. Меня потом зовут. Когда зовут? Меня позовут. Когда зовут? Я вот перед съемками программы начал вспоминать песни Анжелики Варум и, наверное, за 5 минут вспомнил минимум 20 песен, и все они очень хорошие, очень качественные, очень классные, душевные. Да ты что? Да, зарегистрировали название, заплатили кучу денег, а потом по телеку объявили группу Челси на Первом канале. И мы поняли, что нас кинули. Вы.
Мы? У нас вообще там долгая история про название. Мне кажется, фишками можно отобрать у него часть авторских прав. Я тебе должен. Мы очень долго думали, нам дали возможность выбрать самим название. Это Денис поставил, да? Сколько? Мы такую дичь придумывали. Но мы в тот момент тоже придумывали себе название. Мы с Лешей Романовым как раз тогда. Ваше слово. Чек. Чек. Слово. Ну, легкая победа здесь у кота Спартака. Попробуй добрать с короля. Был какой облом тогда, когда мы по телевизору увидели, что вы группа Челси. Ну да. А мы уже все придумали, там себе даже все сделали уже оформление, фирменный шрифт. Угу. Пришлось из-за вас назваться группа «Винтаж». Знал ты такую историю? А ему сейчас не до этого. Но в правильном контексте, да. В мыслях он матерится, мне кажется. Видишь, как тебе везет. Денис, видимо, вспоминает, выключил ли он утюг или потом огребет дома. От своей суровой, но всегда справедливой супруги, если следить по Инстаграму. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Опасность, потому что я поставил, он мне переставляет. Что делать? А, это ты играешь? Да, это он. А как тебе двойка помогла? Почему ты чекал Сёрн? Ну, на этой двойке все хорошо было. А зачем ты рассказываешь? Я просто, ну, мы вообще общаемся. 4700, да? Нормально, может. Как я. Как обманывать? Да. Прям, у меня такая рука интересная, слушай. 4-5 я получил. Мы же уже подружились. Нет. Шансы хорошие. 3000 за 12 плюс 6. 3 за 18. Мне один раз 6 надо выиграть плюс дележки. Математика. Кот просто не ждет здесь блефа. Давай я посмотрю, ладно. Абсурд, короче. Да ладно. У меня питоз. Ну, понятно. Не, ты за такой ставку меня не пугнешь. То есть я, как говорится, я не пуган. Нанечка, так много выиграл фишек. Как тяжело хрупко. Держись, как говорится. Да. Содержать столько фишек. Я могу поделиться, я сразу вам сказал. Да, подтверждаю, они очень добрые еще. Так, ого, сейчас мы, возможно, будем играть. Вот это да. Привет. Здравствуйте, добрый день. Я Раис. Раис 200. Спасибо большое. Так бы я закурил, но... Пас. Мои тузы уходят. Это какой-то хитрый сейчас ход был, да, вот этот? Очень хитрый, да, это вот ловушка, вот. Это психологическое давление называется, прием. 2-3. Так, опять они идут. Ой-ой-ой. Да, пришел заберите. Ой-ой-ой. Короче, опять остались один на один. Вас. Я все. Так, мы первый раз сдался. И они меня предупреждают, я закрою. Да, давай, головой не махай в разные стороны. Ой, теперь ты чего? Ну, Аня здесь префлоп зашла оптимистично, с король 4 разномастными, без позиции. Это, конечно, ошибка, сложно такое вывести в плюс. У тебя же 8-5? 5 бубы. Так, что происходит? 8 крест. Сиди, думай. Опасность, ничего себе, 5000. И сразу банк, ставка. Давайте кол сыграем, посмотрим. У Андрея, конечно, простое решение, старшая пара. Ничего придумать не нужно, хоть и банк ставит Аня. Да-да. Там смешные карты. Сейчас не до шуток, банк большой. Да, сейчас надо думать. Если ты сейчас еще дернешь кота Спартака, я твой фанат до конца жизни. Я буду катать под Еву, я любила тебя. Как думаете? Твои пластинки слушал. А это вы поете? Да иди ты. Сейчас это я пою. Вообще, да. Серьезно? Так я ваш фанат, получается. А еще какая есть песня? Девочка какая там? Плохая девочка. Плохая девочка, да. Я же сразу сказала, называйте меня моя госпожа. А еще вот это вот есть. И лучики тепла, доверчивые. Это что же твоя песня? Да. Моя. Я видел. А что происходит вообще? Это мое альтер-эго. Анечка, ваш ход. Аня, твое слово. Ну, наверное, надо сдаваться. Кот. Ой, твои пластинки кол. Слушаю. Кот. Она кол. Что, чек? А мне надо сейчас... Да, можно чек, играть чек. Чек. Чек, да? Давайте я поставлю 4500. Чисто. А вот что он сейчас делает? Чисто что по-своему делает? Сделал, поставил. Ну, некрасиво очень ведет все, Маша, да. На самом деле. Меня надавливает, да? Нет, наоборот, он ставит так называемый блок-бет для того, чтобы спокойно сыграть чек-бэк на ривере. Пластинки, чтобы проиграть меньше против валета старше, так, добрать с каких-то возможных дро.
Очень много. Банки 15 тысяч, моя ставка 4500, небольшая такая. Ну, чисто по-своему сделал, проверить. Грубо говоря. А, это значит, ты меня хочешь развести на деньги? Развести на деньги ни в коем случае, я ставлю фишки просто. Если ты выбросишь, я буду рад этому банку. Если заколешь, то посмотрим дальше. Не могу, какая смотрит карта. В этот момент засыпаешь просто. Секунду, если он восполнил. Мы сейчас очень волнительны. Очень волнительный момент, я согласен. На меня давит. Я не давлю ни в коем случае. На меня давит в данном случае, если честно. Прям чувствую. Андрей, кстати, честно сказал, что хочет проверить силу своей руки и немножко защитить. Нет, у меня нет никакой аллергии вообще ни на что. А на ставке в 4500 нет любви? А нежный голос не поможет, придется или отдать деньги, или выкинуть. Ну, не знаю, вы должны понять, стоит вообще экранировать, чтобы что-то увидеть. Что вы хотите увидеть? Вы должны сопоставить, стоит это то, что вы хотите увидеть. Стоит ли оно вообще того? Мне кажется, что как сделает панда, так я и сделаю. Как подскажешь. Игра, что можешь раздеться, панда? Майку можешь снять? Я снял. Ладно. Был за вами. Я... Давай, волевой мужской пас. Нет. Аня очень нравится играть с котом. Я могу разрешить потрогать свой кубик. Мне надо... Ой-ой-ой. Видимо, у Ани есть плат. Видимо, будет блефовать ривер. Есть закрывашки. И, кстати, лучшая карта, чтобы блефовать ривер, когда в руке король бубновый у Анны. Она блокирует стриты, флеши. То есть у нее может быть король 10, у нее может быть флеш. Максимально поставить. Все. All-in. А, all-in. Вы знаешь, как сделать круто, Аня? Вот так вот. All-in. И одну фигу. Ну, серьезно. Ну, похоже, там доехал. Ладно. Давайте. Сколько? 15? 15. Сколько 15? Так, что у нас по блокерам? Да есть блокер? Блин, ну это очень дорого. Поэтому плачу, да? Чисто на сплит, что ли, кол? Да, у Андрея закрылся стрит. Но он проигрывает руке король 10, он проигрывает флешу. У него ведь блокер валет бубновый, который блокирует флеши. Это прям очень хорошо. Пусть платит. Чисто какой-то развод, ладно, кол. Ну, наконец-таки, хоть посмотри. Где десяточка, давай. Ничего, да, давайте. Нет у меня десятки. Как нет десятки? Серьезно, у тебя вообще ничего нет? Подожди, карты откроем все-таки, нет? Может не открывать, если ну, замок. Нет, подожди. Ну, потом по телевизору посмотрим. Не, ну давай, ладно. А что у тебя было? Ничего. Значит, пока что и тяжело ориентироваться абсолютной силе комбинации, но вот тот блеф, который был с лучшим блокером, королем бубновым, он показывает, что, конечно, у Ани талант очень хороший. Если ей покер понравится, она будет в него часто играть. Она скоро сможет давать большой, настоящий бой вот этим котам, пандам. Тебе все подсказывает, мне кажется, ты уже уйдешь профессиональным игроком. Кол, да, одна прилипла. Кол. Я надеялся, что уйдет. Почему это? Чем я вам не нравлюсь? Вы мне все нравитесь. Все хорошо, игра шикарная. Пас. Ну, а только кол тут на 10 тысяч, он был лишним, конечно, если ничего не было. Чек. Даже по одному сопротивлению. Нет, у меня было два короля. Ну, нет. В смысле плохо. Нет? Ну. Нет, это прям не очень, да. Анжелика, во что? Чек. Чек. Угу. Ну, Мартину можешь здесь поставить. Что делать, если слаба две пары? Ставить? Ставить? Конечно. Сколько? Маленькие ставки мультиплить нужно. Треть. Чек. Чек. Как мы уже видим, Мартин принят в команду кота Спартака, поэтому своего тренера, играющего, интересуется, как надо действовать. Да, с его рукой можно было спокойно поставить 1500 в банк 5 и зачастую выиграть эту раздачу. Пас. Кол. Пас. Не может быть, а как же 10 тысяч? Ты хотел? Мы сидим, ждем, да. У Дениса флеш-дро было, поэтому он заплатил. У Анжелики лучшая рука. Будет ли блефовать Мартин? Ну, сложно. Непонятно, что мы изображаем. 3000. Пас. Ну, надеюсь, он как раз выбит шестерку. Десятку. Десятка не должна выбрасывать. И блеф прошел. Выиграл.
Старался. Спасибо большое. Конечно, в покере многие ради удовольствия садятся, ну вот как мы, простые люди, спасибо, поучаствовать. Но спасибо, все-таки жажда победы, она в крови. Все рассчитано. 4. Абсолютно естественно. 3, 4, 4. Друг другу передавать. Ты смотри, как заходит, а? Виктор. Безобразие? Не я буду жаловаться. Не говори. Ну тут уж я вынужден посмотреть, что у меня. Разнервничалась. Ничего страшного. Все хорошо. Ну ничего страшного. Кел. Какова красота. Да, трипс флопов Андрей, ничего нет у Виктора, но, наверное, одну ставку продолжения он сюда сделает в надежде выбить, ну... 10 тысяч. Какие-то тузы хай красные, можно выбить руку типа дама 8. Да, мы обыгрываем какие-нибудь 8-7, 7-6, но тоже почему против них защититься. Ну и здесь, скорее всего, уже Виктор спокойно будет играть чекбэк, потому что... Тузы хай теперь он бьет, закрылись флеши, у соперника по-прежнему еще может быть король, валет, который мы здесь не выбьем. 20. Ничего себе. Виктор здесь превращает свою руку в блеф. Мы уже видели от него два крупных блефа, но по тем доскам, где у него ничего почти не было, а здесь как-то флеш не выбиваем, короля не выбиваем, валета даже далеко не всегда выбиваем, но он ставит очень плотную. И интересно, какой план-то на ривер. Ривером четвертая трефа приходит. Чек. Ну, я уже не знаю. Я думал, что сдастся на терне Виктор. Не то, что сдастся, а остановит свою атаку. Потому что что-то обыгрываем, а остальное не выбиваем. 50 тысяч, почти банк. Очень смелый блеф Виктора, и у Андрея та рука, с которой он платить не может. Но правда мы видели пару крупных блефов Виктора. Очень красиво. На баттоне Андрей будет почти все разыгрывать, я думаю, процентов 80 рук. Король 9 уже Денис может просто поставить all-in, одномастные. Можно через рейс играть эту руку. Ну, чеком даем возможность Андрею реализоваться. Оп, зато на таком флопе нам не страшно, а кот Спартак попробует выиграть этот банк. По крайней мере, одну-то он точно поставит. Многих королей хороших мы все-таки увели в рейс левалын. Чек. Ну, кстати, молодец, Денис, что на флопе просто кол сыграл. И 20 тысяч, 70% банка ставит Андрей. Вот сможет ли Денис здесь просто нажать кол? Очень большой соблазн поставить all-in. Сыграть кол довольно-таки тяжело морально, но это самая сильная игра в данной ситуации. Ну, пас мы не рассматриваем. То есть у нас опции между колом, рейзом не all-in'ом и рейзом all-in'ом. И браво, хочу сказать Дэну, потому что, да, здесь он молодец, вытерпел. Заплатил. И ривер, в который очень хочется доблифовать. Мы выбиваем какие-то автофолды, мы их не блокируем. Ну, руки с какими-то бэкдорами. Хотя их не так много. Мы выбиваем девятку, восьмерку алыном здесь. Какие-то... Какие там червы можно придумать? Ну, например, дама 7 червовый мы выбиваем. Должен доблифовать этот ривер Андрей. И у Дениса отличный шанс. Прочувствовал, что ли, как-то кот? Можно и перекреститься.